Bună ziua! Bună ziua, stimați concetățeni! Здравствуйте, уважаемые сограждане! Знаете, когда у нас каждый раз, когда выходят на его или на поверхность какие-то крупные схемы или какой-то или какая-то крупная афера, сразу жди протестов, да? Особенно если в этой афере участвуют представители ПАС, сразу жди протестов. То 7 апреля, то протесты против фальсификации якобы и так далее. Но давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит и кем является партия ПАС. Я попытаюсь на двух языках, да, здесь сейчас черкшин лимба дистация, да, унилитези, дар даться кривенам ситуация политика ревема момента. Начнем с того, да, что такое партия ПАС. Вначале Филат, Санду, Алайба, Гросу, Негруца строили Молдову без бедности. Потом украли БЕМ, миллиард, аэропорт, лишили средств существования сотни тысяч наших граждан. Сейчас они строят Молдову без воров и коррупционеров. После кражи века ЛДПМ провела ребрендинг и стала партией ПАС. Теперь они хорошие люди. И главное, честные. Не подкопаешься. Давайте посмотрим на списки партии ПАС. Игорь Гросу, замминистра образования в 2012-2015 годах. Сегодня первый по спискам ПАС. Участвовал в приватизации БЕМ, участвовал в голосовании за кражу миллиарда. Наталья Гаврилица, вторая по спискам ПАС. Работала в Минобразовании в 2014-2015 годах. Тоже член команды ЛДПМ. Работала в моменте кражи миллиарда. Третий по спискам Андрей Спыну. То есть пятый по списку Андрей Спыну. Кандидат в депутаты от ЛДПМ в 2010 году. В 2013 году он был председателем молодежной организации ЛДПМ. Заместитель министра молодежи и спорта в 2016 с должности секретаря ПАС потребовал выпустить Влада Филата из тюрьмы. Вот здесь он, кстати, с господином Филатом и, по-моему, с другими очень важными лидерами от ЛДПМ. Давайте посмотрим дальше. Лилиана Николаевска-Нафрей, замминистра образования от ЛДПМ в 2013-2015 годах. Сегодня она шестая по спискам ПАС. Кстати, она тоже была замминистра во время кражи миллиарда аэропорта, и она лично вместе с Майей Санду участвовали в распиле 1 миллиона евро на образование от фонда Сороса. Все эти деньги ушли в пользу неправительственных организаций, Дечим Полосула Кытьва Уанжеорь, Карис Сент Астез Н Реджиментате Н Армата Майей Санду. 14-й по спискам Лариса Волох. Член ЛДПМ, примар села Паланка, район Штефанвода, кандидат в депутаты по спискам ЛДПМ на выборах от 30 ноября 2014 года. Занимала почетное 41 место. Далее идет Ион Гроза, 16 по спискам. Вот он. 16 по спискам ПАС. В 2011 стал советником районного совета Кагула по спискам ЛДПМ. Был председателем Кагульского района с 2015 года. В 2019-м прошел независимым по участку 43, примкнув к партии ПАС. Кстати, стал он депутатом благодаря поддержке партии ДПМ, партии Плохотнюка. Далее идет по спискам 18 номер, Валентина Манник. Была членом ЛДПМ в 2015-2019 годах, районный советник от ЛДПМ в Хенчештах. Апропо, антериор, деч дупакытит синим минте, сепарика фост мембру педе, ща фост импликата на нумите скандалур купрочесли вербали. Ну далее, всем известный Думитру Алайба, 20-й по спискам ПАС, который занимал кучу должностей при Филате, да, я скажу просто коротко, что это был советник премьера Филата по экономическим вопросам. Апропо салут турма детроля домнула Алайба. Думитру слабоц укрязы. Слабоц, требу май серьез. Требу май серьез. Сатач, скричи, канош, редем партид, кретк, воймала удац. Коша, критич,
И слабо серьез. Далее идет 9-й по спискам партии ПАС Петру Фрунзе, примар села Пухой от ЛДПМ. В 2014 году занимал 93-е место. Вот он, 93-е место по спискам, парламентским спискам ЛДПМ. Деч, товарищу Лера, привитка депутат Демпартия Пеледемеулы. Номер Узеч, Марьяна Кушнир, 34-е в списке ПАС. Член ЛДПМ из Ардеева. Далее, Олег Канацуй, 35-е место. Да, давайте поищем его, где он у нас здесь. Ага, вот он. Олег Канацуй. В 2015 году он был в списках местных советников города Львова. Евидент дела Пеледеме. Ерсилья Катрави, 38-е место в списках ПАС Штефан Вода. Примар села Штефанешт. С июня 2015 была избрана мэром от ЛДПМ. Далее идет Сергей Лазаренко. 40-й в списке ПАС. Вице-мэр Ставчена. Кандидат на парламентских выборах 2010 года по спискам ЛДПМ. 60-е место. Далее идет Адриан Каптанар. 41-е место. Изунген. 2004-2010 год он был сотрудником СИБА, а также был советником мэра Унгена, господина Амброса, который являлся членом, видным членом и лидером ЛДПМ. Далее идет известный всем герой Маркач Борис. 43-е место по спискам ПАС. Владелец фирмы, да, интересной. Машаркон, которая выиграла недавно тендеров на 58 миллионов леев. Это были поставные тендеры, да, это были коррумпированные тендеры. Вот поэтому сегодня и протестуют господа из ПАС, чтобы сбить внимание от коррупционных схем ее лидеров, которые выплыли вот буквально вчера, позавчера. Он тоже был кандидатом в депутаты ЛДПМ в 2010 году. Далее идет 66-й по спискам ПАС Дарил Юрку. Примар Городишки, район Резина. Избран в 2011 по спискам ЛДПМ. Деча девинит примар Пелистеля Пеледемеулы, Куахни Регулы. В 2013 он назначил супругу секретарем местного совета, оба имея статус госчиновников. Далее идет Ефимия Бандалак, 73-я в списке. Из Бричан. В 2014 году она была кандидатом в депутаты парламента от ЛДПМ, занимая 56-е место. Дальше идет Георгий Кожок. Вот он, 80-й по спискам ПАС. Ну, надеюсь, все помнят, что в 2015 году он был советником ЛДПМ, районным советником в Басарабяска. В Басарабяска, да? В 2012-м был обвинен в фальсификации протоколов с причинением ущерба государству в 2,5 миллионов леев. Обвинил его тогда некоторые порталы, да, типа Молдова Курата и так далее. Слава богу, да, удалось предотвратить эту махинацию. Тем не менее, сегодня он тоже честный человек, как и господин Маркач, как и все остальные. Они тоже по спискам ПАС. Далее идет Василий Тылту, 88-е место. Примар из села Домулджень, Флорежский район. С 2015 года он стал примаром по спискам ЛДПМ. Кстати, там интересный список местных советников. Тылту Андрея Пеледеме, Тылту Бюрюйка Пеледеме и так далее. Адиктец куметри на нашего тураша, чел май пробабило, где нет консильерь, дам кадра честой орган, где аутоадминистрари локал. Давайте посмотрим дальше. Самое интересное не то, что в списках ПАС фактически, да, мы видим почти 20 представителей ЛДПМ. 19 представителей ЛДПМ идут по спискам ПАС. И эта партия считается новой. И эта партия будет бороться с коррупцией. Эта партия вернет миллиард. То есть те, которые крали миллиард, будут возвращать миллиард. Те, кто крали аэропорт, будут возвращать аэропорт. Ребята, вы кого за идиотов считаете? Нас или граждан, или самих себя. А давайте посмотрим на структуру администрации президента. Обратите внимание, советник Лилиана Николаевская-Анофрей. Советник по образованию и культуре. Пожалуйста, из ЛДПМ. Андрей Спыну, генсек аппарата. Пожалуйста, да, занимался офшорами.
ЛДПМ. Давайте дальше. Анна Ревенко, да, экс-директор по борьбе с трафиком людей при МВД, тоже ЛДПМ, назначена Дарином Речиным, который был министром и является ее двоюродным братом. Работала с 2012 на 2015. Где чмош у Тифачи? Шеф, НКАДРУ МАИ, да, дирекция Трафик, клуб комбатера Трафик, Финти Умани. Сейчас-то и окей, а-то и нормал. Пока Дмитручей волчит, оценька Ренуа, Уаша, мощь. Вячеслав Негруцы, советник президента, член Совбеза. Е консильер по проблеме экономичи. Апропо о партичпатче, о лобат практик в тем спуне. Приватизария бемулу, екзистенчен регистрер, у нас сейчас сенс. Что, у меня власти кредит скачешь, у амень ворон торчат бему? Ей ворон торчат миллиарду? Так я его вот так, это фиекарю. Донна Лена Полихович, фост вице-спикер. Астазі репрезентант спечала президенції, лаосі чи є, пі проблеми легалітеці і діджендер. Я ти тоти є кіпалу і філат, інші пинку чеф ОСВПС, Василі Попа, Харєра, бодігарду домну і філат, а пой фіін трансміс при нерідітаті, при немоштіні річ фінанса дюні олігарх джен домну Стурза, касафії бодігарду домні має санду. Акум є лейшеф пі СВПС, да? Акум є і суамінь бунь. Și principalul cinstiți. Haideți să mergem mai departe. Câteva minute ca să fie foarte clar. Câteva secunde. Буквально на отниму у вас. В этом списке каждый второй. Либо миллионер, либо корупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом. Но сидел в тюрьме только Филат. Он, наверное, самый честный среди них. Кстати, теперь у вас есть сомнения, кто освободил Влада Филата из тюрьмы. Теперь вы понимаете, почему тогдашний министр юстиции Олеся Стамати освободила его фактически за пару дней до падения правительства Майи Санду. Теперь вы понимаете, почему ЛДПМ Адикапеля Деме не участвует в парламентских выборах. А Влад Филат открыто агитирует за партию ПАС. Да потому что вся Пеледеме в списках ПАС. Чей требует у Филат, что Пеледеме у сопартийщик на лежер, так ей сын тен листа электорала партии Луи ПАС. Я не хочу говорить уже про других представителей этой партии, где мы насчитали 8 человек-перебежчиков из других партий, начиная с господином Нантоем, который уже запутался, во скольких партиях он был. Фронт Популар, ПСД, ПДМЕ, ППМ, Фондатор Платформа, да. Апой Лапас. Тот ел не вотаться в темпе Влад Филат ин 2007 ла лежерле локале. Аста пентру чей каре ау уйтат. Андриан Балуцел, ППМ. Да? Сегодня он тоже, кстати, на 44-м месте в списках ПАС. Вот этот товарищ открыто боролся с режимом Плохотнюка, работая в правительстве Павла Филиппа и Плохотнюка в 2018-19 годах. Я кашалу пататорь по олигархии. Я напомню нашим согражданам, что во время правления олигархических альянсов АЕ-1, 2 и 3 в 2010-2019 годах были совершены самые крупные преступления за всю историю страны. В 2010-2011 годах рейдерские атаки на банковскую систему страны. Имеется в виду Виктория Банк, БЕМ, Молдова Гроин Банк. Захват 100 миллионов евро из банковской системы. 2011-2015 года. Ландромат. То есть отмывание более 22 миллиардов долларов через банковскую систему Республики Молдова. 2012 год, февраль, захват акций Универсал Банка у Горбунцова. 2012 год, 20 марта, покушение на Горбунцова в Лондоне. Он обвиняет, сами знаете кого, да? Одного мэра. 2012 год, декабрь, убийство в Подуре Домняска бизнесмена Сарина Пачу. Судьями и прокурорами, близкими к Демократической партии, которые являются партнерами ПАС. И тогда являлись партнерами Пеледеме. 2013 год. Приватизация БЕМ. Концессия единственного международного аэропорта страны. В голосовании участвуют нынешние лидеры
партии ПАС, инклюзив Майя Санду, Егор Гросу, Шимулс, Алций. 2014 год, 7-27 ноября. Кража миллиарда с участием лидеров партии ПАС. Де Челафурту миллиардовый, ау партичипат, лидери, де кондучери, ден кондучери ачестуй партид. 2014, 10 декабря. Убийство депутата Бутмалая. Вы видели протесты этих руководителей? Аз вазут пе Грос спарасяск пе ледеме атунч. Аз вазут пе Майя Санда спарасяск пе ледеме. Аз вазут сачару черчатаря миллиардовый. Întoarcerea BM-ului etc. Noi n-am văzut, cum n-au văzut nimeni. 2015 год. Вывоз из страны сотен миллионов евро. Ликвидация трех банков. BM, Unibank, Банка Сочиала. Концессия практически всех лабораторий по диализу в стране. 2016. Концессия 40% территорий в пользу американского офшора Frontier Resources Limited. 2016-18 год. Продажа всей банковской системы страны. Виктория Банк, МАИБ, Молдингом Банк, немецким инвесторам. Грабительские приватизации правительства Филиппа, который сегодня является партнером Майя Санду. Речь о столовой парламента, речь о доме печати, речь о табачном комбинате, речь о ЦУМе и так далее. 11 июня 2019-го. Гуверну Филипп чадяза стадиону Републикан Амбасаде Статилор Унити. Чинч хектар депонутен центру орашуй. А кумел тут и омбон. Acum el face poze cu Майя Санду. Acum el nu e hoț. Acum el nu trebuie să stea la dubă. 2021 год, май, при президенте Майя Санду, Европейский банк реконструкции и развития покупает акции Danube Logistics и фактически становится главным концессионером порта Джурджулешт. Фактически за 1000 евро эта компания, то есть этот банк, отнимает у Республики Молдова Джурджулешский аэропорт. Это уже при полном правлении Майи Санду. И это совпадает с ее визитом в Германию. Где чентим по визите в Германию, Молдова перде унику порт интернационал Джурджулешки. Им фаворе инвеститорилор Германии. Чентим по визите у Майи Санду в Германию. Учитывая все это, я хочу вас спросить. Сегодня вот представители этих партий, которые 10 лет грабили, унижали нашу страну, которые лишили ее миллиарда, лишили БЕМа, лишили всех банков, лишили стадиона, лишили Тутун-Чатяче, ЦУМа, лишили всего. Они сегодня снова рвутся во власть. Вы верите, что люди, которые грабили и крали миллиард и банки, вернут этот миллиард? Вы верите, что люди, которые были в альянсе и в правительстве с Плохотнюком, будут бороться с Плохотнюком и потребуют посадки этих людей? Вы верите, что люди, которые закрыли 200 школ, которые закрыли десятки больниц, которые оставили без гроша миллионы человек, которые поставили миллиард на граждан Молдовы, они сегодня будут бороться с коррупцией? Они сегодня будут менять нашу жизнь к лучшему? Я не верю. Уамень бунь фиц ворог атенц иналежеря пекарю вец продуче акума песте улуна. Фиинка дак и вотать, хоть ищи бандитий, ведь авя хоть щи бандитий. Щи ведь континуа са супортать ачеляш политич карелям авот пынакум. Щи кредецима, когда качеш боец, care și-au vopsit buzele acum, în galben, vor veni iarăși la guvernare, vom pierde nu un miliard, vor fi furate 3 miliarde, va fi furat ultimul, ce-a mai rămas în Republica Moldova, căile ferate, Cojușna, Cricova, Moltelecomul și cele câteva întreprinderi strategice care au mai rămas. Gândiți-vă foarte bine și țineți minte, ziceți Teledeme, ziceți ПАС. Зичец Майя Санду, зичец Влад Филат. Вам мулцумеск, пентру атенцию, зибуну.